Магазин FibTime представляет обзор мужских наручных часов Casio Edifice EF600D1A4. Так, это инструкция международная на иностранных языках. Данная модель выполнена в стальном корпусе на металлическом браслете. Стекло у часов сапфировое. Из дополнительных функций есть индикатор даты в положении 4 часа, хронограф с максимальным временем измерения 30 минут. Вот это у нас минуты, это секунды. Так, а это индикатор день-ночь. Хронограф стандартно запускается нажатием верхней кнопки. То есть мы ее нажали, внизу пошел отсчет секунд. Также верхняя кнопка останавливает, нижняя сбрасывает. Нажатием и продержанием пару секунд нижней кнопки можно посмотреть индикатор запаса хода. То есть вот эта нижняя стрелка, она выполняет эту функцию. То есть мы нажали. Он показывает, что у нас средний запас хода. Водозащита часов 100 метров. Браслет стальной. Частично шлифованный, частично полированный. Застежка раскладывающаяся. Водозащита часов 100 метров. Часы, в принципе, очень хорошо сидят на руке. Для заказа заходите на наш сайт viptime.ru. Мы осуществляем доставку по всей России. Оплата при получении. Спасибо за внимание.